Натали, здравствуйте. Ваш вопрос. Иоанна 1:12. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Что значит практически принять Его? Где в Библии об этом написано? И что значит практически быть верующим во имя Его? Что конкретно надо сделать для этого? Где в Библии написано, что покаяние – это помолиться молитвой покаяния? В Библии написано «сотворите достойный плод покаяния». Я так понимаю, что сотворить достойный плод покаяния надо избавиться от запинающих грехов и не грешить. Наталья, очень много вопросов в одном вашем тексте, но они, в общем-то, с одной стороны, похожи. И давайте мы вернемся все-таки к первоначальному тексту. Когда мы говорим о Евангелии Иоанна, то есть еще и послание Иоанна. Но сначала мы прочтем Евангелие. «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины». Идет речь, с одной стороны, о Христе, что оно стало с нами, как полная благодать и истина, но, с другой стороны, дал власть быть детьми Божьими. В чем суть? От царя рождается царская природа, а царь обладает полнотой власти. Поэтому тогда, когда кто-то рождается в его семье, он уже имеет причастность к власти. Поэтому тогда, когда мы говорим о рождении в его семью людей, которые до этого были рабами греха, то каким образом это происходит? «Сознай вину греха своего, и будешь помилован». Это один текст Писания. Сознать вину и не признать ее – это не есть сознание, а это тогда, когда мы на самом деле можем исповедовать грехи наши. Это мы сейчас прочитаем как раз в послании Иоанна. В первом послании Иоанна. «Если же ходим во свете», чуть выше. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Исповедание грехов – это то, что мы называем как раз молитвой покаяния. Поэтому если человек, вы сами написали здесь, совершает достойный плод покаяния, то у него появляется осмысление, что то, что он делал, оно неверно. И теперь надо научиться жить по-новому. И вот это «научиться жить по-новому» предлагает нам уже апостол Павел послание к римлянам, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем твоим веровать, что Он воскресил Его из мертвых, то спасешься. То есть ты начинаешь исповедовать то, что ты хочешь иметь в своей жизни. Сначала исповедовали грехи, а теперь практически мы исповедуем другую природу. Мы говорим: «Господь, Ты мое основание, Ты мой источник силы. Ты сказал: слабый скажет, я силен. Поэтому я в числе оправданных, имеющих власть побеждать грехи. И я принимаю от Тебя эту природу». То есть мы практически применяем Слово Божье как основание, как меч, как молот, как питание, как воздух, дыхание, как вода живая. И для нас это становится силой осуществлять победу там, где раньше проигрывали. Поэтому мы не идем туда как грешники, а мы идем туда как оправданные люди. Оправданные по милости, а не по нашим делам. И когда мы идем как оправданные, мы не через чувство вины идем, а говорим: там, где я раньше проигрывал, теперь я выигрываю, у меня есть власть, я дитя Божье. Вот на основании этих текстов Писания и сотворить достойный плод покаяния – это на самом деле осознавать не только, что ты был во грехе, а теперь каешься, грешишь. А когда ты знаешь, что благодать – это не для того, чтобы был повод к распутству, а благодать как источник силы побеждать там, где ты проигрывал. Поэтому ты говоришь: «Господи, вот я исповедую теперь устами своими, во что я верю. Твоей благодати достаточно. И то, что меня раньше увлекало, теперь для меня становится противным. Потому что грех для меня теперь крайне грешен. Я не хочу смотреть в эту сторону, и ты мне даешь эту силу. А если у меня еще это не получается, я иду к нему как к источнику силы и с ним об этом разговариваю». Вот такое практическое применение власти, данной нам от Бога. И сказать всякому греху: «Я с тобой дальше не партнерствую и не иду по жизни. Поэтому ты оставляешь меня, а я имею право получать царскую природу».
внутри себя и снаружи в моем поведении. Это будет видно, как сказал Аков, покажи мне веру из дел твоих. Потому что дела – это как раз образ мышления и образ жизни, проявленный в практике. Благословения вам, Натали, и побед!